В Чебоксарах завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского юношеского творчества «Таланты и поклонники», организованный МЧС России и Всероссийским добровольным пожарным обществом. Участие более 130 молодых авторов и артистов, представившие свои работы на противопожарную тематику в различных номинациях. Детский возраст является самым благоприятным для формирования полезных навыков и знаний. С 2010 года МЧС России совместно с Всероссийским добровольным пожарным обществом проводит конкурс «Таланты и поклонники», чтобы через творчество дети могли ярко и наглядно разъяснить своим сверстникам правила пожарной безопасности. Наша команда «СОС». Мы на конкурс приготовили песни и стихи. Мы эти песни будем посвящать МЧС, чтобы они никогда не болели и ничего не боялись, мужественные были. Мужество пожарных действительно вдохновляет, поэтому у ребят не было проблем с выбором постановки. Разнообразие жанров, яркость костюмов, оригинальность рисунков и подделок на противопожарную тематику пришли оценить и будущие пожарники. Смотря на работу, я вот, честно говоря, удивляюсь, что работ действительно очень много, ребята талантливые и работа действительно интересная. Все здорово очень поют. Победителям вручили кубки, дипломы и подарки. Большинство наград заслуженно получили ученики кадетского лицея имени Героя Советского Союза Михаила Кузнецова. Ребята подготовили творческие номера во всех конкурсных направлениях. Нам очень приятно, что ребята не остаются в стороне, участвуют. И то, что с каждым годом участников становится все больше и больше. Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика. Всегда рискуется.